Добрый день, друзья! Сегодня вышла статья на Тутбай, тоже вторая статья. Вот сегодня 26 октября, вы можете видеть, у меня вот здесь на компьютере стоит. 26 октября, видно? 26 октября, 13.11. И в Минске ищут 32-летнего мужчину. Евгения Конопелька, который 2 дня назад вышел из медицинского учреждения и пропал. Давайте проведем эксперимент. Я сейчас беру технику. Я попробую связаться с подсознанием этого человека и узнать его планы дальнейшие, что же с ним происходит. Итак, медитируем. Приглашаем Евгения. Евгений. Очень интересная реакция идет. Еще раз, Евгений. На уровне подсознания Евгений не может смириться с каким-то диагнозом или травмой, назовем это травмой, и с тем, как он будет жить дальше с этим. И у него есть желание уйти на инкарнацию. Более того, я могу предположить, что он это желание уже осуществил. Потому что, судя по тому, как он приходит ко мне, его уже нет в мире живых. Дай Бог, чтобы его нашли быстро. Как-то так. Сегодня вот уже 27 число. Я вам постараюсь показать это на компьютере. Вот компьютер высветил 27.10.2018. 20.57, да, видно 20.57, и я открыла интернет и вижу, что молодой человек, о котором мы говорили там, вчера или позавчера, уже не помню, когда он тут проходил, найден, да, вот от ангела пришло сообщение, и дальше здесь написано: сегодня поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что Евгений найден. Правда, хороших новостей для его родственников нет. Мужчины нет в живых. Правоохранительными органами проводится проверка. Администрация отряда не комментирует обстоятельства гибели найденного. Надеемся на ваше понимание. Итак, добрый день, друзья. Сегодня, вот вы, наверное, видите на экране, сейчас я разверну. Вот дата у нас 30 числа сегодня, 30 октября 2018 года, 19.06. Я пришла, открыла сайт онлайнер и здесь ушла из школы, удалила аккаунт, розыск. Еще одна девушка разыскивается, посмотрим, что за девушка. Ее зовут Татьяна Сергеевна Козлова, 15 лет. Давайте посмотрим, что с ней. Будем использовать технику. Итак, вдох-выдох. Татьяна. Давайте поймем, давай.
Татьяна жива. Татьяна жива. И почему-то предстает в очень на каблуках и в таком виде, в котором, да, она могла бы соблазнять, интересоваться жизнью, интересоваться молодыми людьми и отжигать. Не знаю, куда ушла Татьяна и что с ней будет дальше. Мы узнаем это из следующих сообщений онлайнера или Тутбая, службы ангелов. Вот и так, дорогие друзья, мы сейчас смотрим, проверяем нашу информацию. Вот у нас висело объявление вчера о пропаже школьницы 15-летней. Сегодня 31 ноября 19:20. Я открыла компьютер. И вот в новостях за сегодняшний день в 15:10 сегодня была новость. 15-летняя школьница, которую 6-й день разыскивает милиция, попросила ее не искать. То есть школьница вышла на связь и объяснила, почему она ушла из дома там из-за конфликта в домашних условиях. Вот. И прошу меня услышать, помочь. Мне больно, страшно, чужие люди причиняют мне эту боль. И, в общем, она ушла. И просит ее не искать, чувствует она себя хорошо. На самом деле это всего лишь два примера. Я записала больше, но так как они не позитивные и прогнозы там неутешительные, то раздраконивать дополнительно социум тренировками, ну как-то, может быть, неэтично. Поэтому вот вы можете посмотреть, как это работает. Это доступно абсолютно каждому человеку. Это доступно к обучению, то есть в короткий промежуток времени. Для этого надо будет научиться погружаться в определенное внутреннее состояние сознания свои, чувствовать, убрать страхи, если они будут, и так далее. На самом деле механизм контактерства и ченнелинга примерно такой же, как и тот, который вот здесь демонстрируется на видео. Да? Вы можете контактировать с кем угодно. Причем вы можете контактировать, вот в данном случае мы брали выяснение живой-мертвой, а можно контактировать с подсознанием человека, можно вести общение с живым человеком, можно убирать конфликты из подсознания, можно получать информацию. Возможности большие. Я дам техническую базу на курсе «Контакты и ченнелинг», а вы уже каждый придумайте, как вы ее будете использовать прикладным образом в жизни. С вами была я, Наталья Зайцева. Полный вперед!